Всем привет-привет! 17 сентября. Я сейчас нахожусь на работе. Вот, ко мне еще придет... сейчас придет Иришка, моя племяшка, с Сонечкой. Вот, и будут играться, бегать. Я надеюсь, там немножко поснимаю. Вот, так что жду их на работе у себя в детском центре. Сейчас для Сони будет раздолье. Райское место. Хорошо день начинается, и дальше вечером я уже еду в клуб правильной психологии, который я как-то в выпуске показывала. Едем с моей бывшей одноклассницей, она увидела у меня на странице мой отзыв, ей стало интересно, чем мы там занимаемся, и вот мы с ней встретимся и поедем. Я вам обязательно расскажу потом, чем мы там занимались. Ку! Ку-ку, мой пупсик, бегите туда. И вы, не бойтесь, это специальная песочница такая. Да, такая песочница. Соня с подружкой пришла, да, Соня? Давай, залезай туда. Залезай. Залезай, залезай. Я тебе сейчас помогу. Куда плывете? Я не знаю, как его надувать, он обычно надувной. О, куда плывешь? Да. Маме. К маме, здорово. Ты потом маме все расскажешь, как здесь было? Соня, здорово? Смотри. Ух, ух. Здорово? Не бойся, она не лопнет, она крепкая. Как здорово, Соне нравится. Прыгай, прыгай, можно прыгать. Ух. Аккуратненько только, девчонки. Ой, молодцы. А бегите, я вам покажу целый кукольный домик. Пойдемте сюда. Покажу вам целый кукольный. Ну ладно, пусть. О, Сонь, бежим, тебе целый кукольный домик покажу. Смотрите, целая кухня. Кроватка для детей есть. Для маленьких, вон для тех пупсят, которые в этом. Смотрите. Смотрите, колясочки есть. Смотрите. Колясочки с пупсиками. Колясочки. Наконец-то доросли, когда она бегает, да? Целые игрушки можно брать. Все игрушки можно брать. Сонечка, смотри. Смотри. Ух! Держи. Можешь его с падки уложить, смотри. Соня, целая кухня твоя. Готовь тут. Они сейчас прогреются. Я везде включила батарею. Ключи, давай, молодец, баю-баюшки, баю. Берите игрушки, двигайте их, не бойтесь. Вот. Соня, давай тебя закопаю, да? Ложись, ложись, закопаем тебя. А ты с горки скатывайся, ты на... А ты вот тут поднимайся, идем, тебе покажу. Давай, Сонь. Давай, 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 давай. Молодец. Вылезай аккуратненько, аккуратненько. Держись. Так, сейчас помогу тебе. Молодец. Пойдем. Смотри, вот тут залезаешь, вот тут. Вот тут. Можешь тут залезать. Да, давай, залезай. Покажем. Можешь вот здесь залезать, да. Иришка, тебе придется залезть туда, ее помочь. Иди сюда. Я там буду. Залезть туда. Горки. Вот сфотографирую. Подождите, замрите. Ай. Мне позвонила. Здорово. А ты сейчас не переживай. Мама отдохнет сейчас, ты наиграешься, придешь ей и все расскажешь. А Ира ей фотографии ваши покажет. Аккуратненько слезай только. Аккуратненько, Соня, держись. Сонечка, держись. Там домики. Домики, да. Девчонки играют, строят железную дорогу. Как интересно им. Здорово, сейчас построим огромную железную дорогу и город. Да. Угу. Сейчас. Ну, давай, показывай, как он будет это. Смотри.
Так, сейчас. Как там паровоз делать? Чух-чух. О, во что-то упало. Давай еще раз строй. Так, что-то тут не то. Вот. А где еще железные? Что? Вот, и вот еще. Вон, смотри, какая большая длина. Вот. Смотрите, вот. Мостик такой будет. Вот, смотрите, какая классная, большая получается. А вот это я не знаю, что это такое, Ир, ты знаешь? А, ну это... Не. Разделитель на две дороги. Молодец. Раз, два, три. Ты в садик ходишь? Да. Молодец. Вообще, и Соня ходит в садик. Какие вы взрослые. Ира сама не наигралась. Смотри, Сонь. А где ее расставить-то? Места нету. Приходите сюда играть. А там в детском саду нету? И вот тут как-то подъем делать, на опору надо становиться. Вот, можно. Оп. Какая ты молодец! Сколько тебе лет? Отдыхаешь? Нет, шпагат. А, шпагат, молодец, умничка. Да, еще смотри. О, давай. Молодец. А она гимнастикой, да, занимается, ходит? Куда-то, да, там. Угу. Показывает шпагат тут. Ух, здорово! Ку-ку! Ку-ку! Везде зашугали детей. Давай спрячь. Снимай. Может быть, Соня это... Пойдем строить. О, давай. И теперь цветочки сажай, Сонечка. Сажай. Молодец. Сажай цветочки, сажай. Бери цветочек. О, это будет... Не, а вот тут, наверное, лучше. Смотри, вот тут лучше на полянке сажать. Нет? Ну, давай, газон у нас будет. Лютики посадили, петунии посадили. А тут будет тыква. Тыква, молодец. А под здорово. Да. О, сколько цветочков. Нам надо только папу. Все, хорошо. Давай, куда будем везти кирпичи? Везем кирпичи, везем. Куда? Где будем строить? Кирпич упал у нас. Давай. Где будем строить? Здесь будем строить? Смотри, оп. Строй еще. Так, я одену каску. Какую? Ух! Сейчас я наберу, сфоткаешь меня с этими. Девочки, кому кирпичи? Нет! Кому кирпичи? Нет. Держи, Сонечка, держи. Держи. Кому еще кирпичи? Держи. Я строю дом. Давай, строй дом. Давай, держи кирпичи. И будет у нас дом. Надь. У нас дом разрушился. Разрушился, сейчас построим. О!
поправляй. Ой, какой у Сони-то большой домик будет. Вот. Что это такое? Тоже пирамидка, бери. Бери. Мне мама не разрешает. Так смотри. Это же тоже пирамидка. Мне мама не разрешает. Пирамидки брать мама тебе не разрешает? Да. Ну ладно. Еще? Еще кирпичики? Да. Да, мой сладкий. О, держи. Мне тоже. Держи. Сколько нас будет в уборке? Сонечка, иди ко мне. Сегодня был классный день. Сегодня приходила на работу ко мне племяшка со своей дочкой, и мы классно провели время, но это по видео видно. Вот, я радовалась сама, как ребенок. Вот, провели здорово время, я видела радость от Сони, от малышки, от моей племянницы, и мы вместе проводили время, наслаждались. И как-то, наверное, сами даже расслабились, это взрослые. А потом я поехала в клуб, в котором я занимаюсь, клуб «Правильная психология». Вот. И мы, я взяла свою бывшую одноклассницу, и мы поехали там в Росляково, рядом с Североморском, навстречу. И были задеты сегодня очень важные темы. Принятие себя, принятие своего имени, с чем это все ассоциируется, какие эмоции вызывает, какие истории с этим связаны, ассоциации. Было интересно послушать, вот, и убедиться еще раз, как мы все из себя строим железных леди, сплошное благополучие, позитив, а внутри нас сидят много, ну, сидит много боли, воспоминаний, обид. Ну, свое, у каждого свое, грубо говоря. Я еще раз убедилась, какие мы все сильные. Вот. Но это было здорово. Я очень довольна. Я напиталась. И у меня были тревоги, вопросы. И конкретно вот на данный момент я смогла поговорить, проработать это. Вот. И, ну, конечно, еще предстоит обо всем этом подумать, задуматься. Ну, это было классно, здорово. И я не жалею, что уделила себе время любимой в моральном плане. Вот. Так что вот так вот зарядилась позитивом.